Роман Борщ. Человек, словно выпрыгнувший из странных комиксов. Дело в том, что ему приходится прятать свои способности за этой почти цирковой внешностью. Дело в том, что я не очень люблю людей. И я не совсем могу находить с ними общий язык. Человек из сказки. Это очень интересно. Вот, первые 3 дня. Потом я начала сходить с ума, потому что я этого не понимаю. Люди всегда боятся необъяснимого. И Роман об этом прекрасно знает, потому что читает чужие мысли, словно видит картинки. Я нахожусь в реальном измерении, и это мне очень помогает жить.